Добрый вечер, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы покажем продолжение. Здесь мы будем уже поднимать наш блок после увала при чип-тюнинге. Смотрите внимательно наше видео. Запускаем программу в центре. Выбираем наш автомобиль. Помню, что у нас автомобиль C203 с мотором 646 Ом 646. Модель 203-207 200 CDI. Жмем далее. Коробка ручная у нас стоит. Подключаемся к автомобилю. Ждем подключения. Нажимаем F2. Выбираем наш блок управления двигателем. DAS пытается подключиться к нашему блоку управления двигателя, так как он у нас увален, лежит в буте. Сейчас мы продемонстрируем, как можно восстановить. Выпускаем F2. Устанавливается связь с блоком. Пишет сообщение, что нужно обязательно выключить вентилятор и подключить зарядное устройство. Не забываем это делать. Ждем подключения. Выбираем офлайн. Программирование. Нажимаем F3. Ждем, пока блок соединится. Считается информация. Весь процесс занимает примерно минут 25. Может быть, чуть более. Здесь мы видим, что он ругается, что у нас якобы старая прошивка, и он будет пытаться ее обновить на самую последнюю прошивку. Здесь пишем что угодно, неважно. Съемку ведем уже поздним вечером, так как времени на все не хватает. Свободное время остается только поздно вечером. Продолжаем поднимать блок. Машина у нас не заводится, ключ мы поворачиваем в зажигание, и у нас никаких действий не происходит. Ну и пошел процесс флеширования. Вот таким несложным способом можно легко поднять блок из бута. Но я не рекомендую заниматься этим без определенных знаний и навыков. Иначе все это может закончиться плачевно для вас. Это всего лишь способ, как можно поднять блок из бута с помощью программы DAS. Вес у нас 16.07. Мы ее постоянно используем для флеширования, кодирования, изменения функций, включения активации для машин до 2009 года.
ждем, следим за напряжением, чтобы не было просадок, 12 вольт вполне достаточно. Улыбаемся и машем нашим голубым кубиком спасительным, которые выведут наш блок из режима boot. И после этого у нас будет машина заводиться как раньше. То есть мы вернем ее на заводские настройки, как было это до прописывания чип-тюнинга, попытки прописывания чип-тюнинга. На улице уже темно. Ну, благо лето на улице еще пока. Ждем завершения. Вот, наконец мы уже закончили почти прошивать наш блок. После процедуры он просит выключить зажигание. Выключаем зажигание. Не забываем снимать галочку, так как DAS у нас не видит функцию зажигания. Нажимаем на программку внизу у меня, которая отключает зажигание. Включаем зажигание на машине и активируем снова галочку. У меня внизу там программка такая есть, которая активирует. Жмем ОК. Сбрасываются ошибки. Программа все это делает сама автоматически. Выключаем зажигание, не забываем галочку снова. Включаем зажигание. Здесь тоже мы пишем что угодно, так как мы распечатывать не будем. Нажимаем F2 и отказываемся от распечатки. Бывает, не туда нажали. Нажимаем D. Просит SCN кодирование, можно сделать SCN кодирование после этого, но не обязательно, в общем-то. Можно прописать там не так много. На этом можно сказать, что у нас блок управления двигателем реанимирован. Мы его подняли, заводим машину и едем по своим делам. Видим, что у нас все прописалось, как и было. Радуемся, что мы подняли блок, и машина у нас снова заводится. Вот мы коды неисправности. Здесь нас покажет, что у нас вентилятор не подключен, мы уже сняли разъем его перед тем, как прошивать. Ну вот, собственно, и все. На этом мы будем заканчивать наше видео по поднятию блока. Следующее видео будет
продолжение чиптюнинга, как мы удачно зальем прошивку и поедем кататься, проверять, что нам сделал калибровщик, как подогнал под наши параметры, по тех заданиям. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал. Всего доброго.